Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Я оказался у нас не где-нибудь, а оказался я на Красной Поляне. И сегодня делаю обзор то, что вы можете купить. Почему? Ну, потому что многие мои друзья, в том числе, которые уже наживались с недвижимостью в Дубае, в Турции и так далее, говорят, Макс, говорит, слушай, говорит, тема-то хорошая, хочется купить апартаменты, при этом, чтобы они выросли в цене, а не как в Дубае, говорит. Мы покупаем апартаменты, говорит, и по итогу, когда дом сдается, он становится на 25% дешевле. Хочется, чтобы можно было заработать на стройке, это первое. Второе, говорит, хочется, чтобы был пассивный доход, потому что, ну, мы все бизнесмены, все хорошо, все прекрасно, но у нас у всех семьи, и мы понимаем прекрасно, что пока мы работаем, пашем, все хорошо, все прекрасно. А вот как только перестаем пахать, уже начинаем задумываться про своих родных и близких и так далее. Хочется, чтобы кто-то приносил пассивный доход, знаешь, чтобы была какая-то подушка безопасности. Вот хочется именно не квартиру, вот не показывал нам квартиру, именно апарт-отель с доверительным управлением, чтобы все было хорошо, чтобы был бассейн, чтобы там был законный, чтобы строился с разрешением строительства. Без разницы, говорит, ФЗ, не ФЗ, потому что понимаю, что в ФЗ доверия сейчас в Российской Федерации нет, но чтобы строился как положено. Поэтому покажи нам. Я показываю, это у нас апарт-отель, который строится на Красной Поляне. Сразу говорю, минимальная стоимость за квадратный метр 770 тысяч. И если мы с вами посмотрим соседний, да, вот через Росгвардию, то, конечно же, здесь есть в том числе и возможность купить вот именно на такой стадии, на стадии котлована. Работа ведется, старт был в сентябре, сегодня декабрь, и вы видите, в принципе, работа уже сделана очень-очень даже много. Пока еще даже не успели открыть отдел продаж, хотя отдел продаж появится скоро. Ну и, конечно же, цены здесь будут стартовать скоро от 1 200 000 за квадратный метр. Потому что апарт-отель в стиле шале, со своей территорией, здесь получается 60 соток. Все, как вы любите. С документами все идеально. Соответственно, есть возможность взять рассрочку, есть возможность купить в том числе и заработать здесь и сейчас. Это реально очень-очень-очень круто. Теперь, что касается самой концепции. Вы покупаете себе здесь помещение, но это помещение вы не можете приехать там и в нем жить. Концепция другая. Вы покупаете номер в апарт-отеле. Да, вы можете там месяц находиться в своем апарт-отеле, когда вы приезжаете. Но вы покупаете не квартиру, а бизнес под ключ. К примеру, апартамент. Минимальная площадь 30 квадратных метров. Минимальная стоимость 22 миллиона рублей. Вы его покупаете. Здесь котловой метод. Что значит? Вот апартаменты ваш сдается, не сдается. Вот что сдалось, то на всех попилилось. И все. Доходность обещает, что будет не меньше, чем 1 800 000 в год. 1 800 000 в год. Соответственно, по поводу того, будет ли здесь поднятие цены, да, однозначно будет. На Красной Поляне вообще ничего дешевого нет. Тем более, если все законно, все строится как положено, со всеми разрешительными документами и так далее. Никому не секрет, что, например, никто из умных, грамотных людей не хочет покупать те самые апартаменты на берегу моря, потому что там есть понятие такое, как сезонность. Сезонность присутствует. Недавно ко мне дочка прилетала, буквально там 2 недели назад, и, например, в одном из шикарных отелей, прямо на берегу моря, в центре Сочи, она останавливалась почем? По 3000 в сутки. Здесь сейчас дешевле, чем за 15 000 в сутки вы не остановитесь. Соответственно, кто-то скажет, а как же летом? Летом здесь также сезон, здесь летом много чего проходит. И если мы возьмем с вами все концертные залы, которые есть сейчас в Большом Сочи, то все концертные залы, где выступают у нас Тимати, Comedy Club и так далее, они все находятся именно в этой локации. Здесь же проходят соревнования там по М1, здесь же казино, здесь же соревнования там, не знаю, там мировые там по покеру и так далее. Все проходит на Красной Поляне. И если, например, городу Сочи, да, по его побережью, Адлеру, там, Лазаревску и так далее, есть летом конкуренция в виде Анапы, Геленджика, там, всего Крыма, то здесь ситуация другая. Конкуренция, конечно же, Красной Поляне нет. И никому не секрет, что горнолыжный спорт, да, там, например, это, наверное, один из самых дорогих спортов. Если мы возьмем с вами любой зимний отдых, например, я хотел в декабре месяце слетать куда-нибудь, не знаю, там, куда-нибудь отдохнуть, там, например, в Европу, покататься на лыжах и так далее, выходит очень дорого. Если, например, я еду отдыхать в Египет, у меня там потёка 150 тысяч стоит, то покататься на лыжах мне обходится 700 тысяч. И это во всем мире, и не только в Сочи. Соответственно, тема классная.
Мягкий климат, хорошо, прекрасно. Вот сегодня здесь 11,5 градусов. 11,5, плюс 11,5. Горнолыжка работает по полной программе. Люди катаются на Розахутор, и на Газпроме, и на Красной Поляне, везде катаются. И, соответственно, это бизнес довольно-таки прибыльный. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то из вас хочет себе купить что-то такое хорошее для пассивного дохода, и вы еще сомневаетесь, что же вам такого интересного взять, то я могу сказать, это для вас уникальный вариант. И, конечно же, вы здесь можете заработать как на пассивных инвестициях, тогда, когда управляющая компания будет вам ваши апартаменты сдавать в аренду, и вы будете зарабатывать. Ну, приятно же, да, когда, например, вы, не знаю, там, где-нибудь отдыхаете в Турции, а вам денежка капает, да? Приятно же? Приятно. Приятно быть частью гостиничного бизнеса. Приятно, когда у тебя есть кусочек того, что никто у тебя не заберет, а закона не заберет, что ничего у вас это не обесценится, потому что у кого-то есть рубли, у кого-то есть доллар, у кого-то есть какие-то акции, у кого-то есть золото, у кого-то есть еще что-нибудь, но никто не может быть уверен в завтрашнем дне. А Сочи – это уверенность в завтрашнем дне, как бы это сейчас глупо там, для некоторых не звучало. Сочи – это тот актив, который действительно будет вам приносить и пассивный доход, и активный. Соответственно, конечно же, здесь можно заработать на перепродаже, потому что готовые сданные номера будут минимум 1,5 миллиона рублей за квадратный метр. К примеру, вы можете посмотреть апартаментный комплекс «Снега», там 1,350 миллиона самое дешевое предложение. Возьмите там любой другой апартаментный комплекс. Это все-таки не про, понимаете, это не про частную квартиру, это про бизнес. Вы здесь становитесь частью гостиничного бизнеса. Поэтому, конечно же, здесь уже ваше право, конечно, точка входа не такая дешевая, как хотелось бы, но в любом случае есть рассрочки, есть отсрочки, можем договариваться, и, конечно же, этот вариант для людей, которые умеют зарабатывать деньги, это умные, грамотные инвестиции. Да, я могу сказать, что рынок эконома в этом году просел, потому что эконом стал по 10 миллионов, а вот элитка в этом году показала стабильный рост. И она и будет показывать, потому что вот люди уже не готовы, например, просто взять и, например, вот купить себе дом там за 50 миллионов и так далее. А вот, например, коммерцию, которая может приносить пассивный доход, готовы покупать. Поэтому хороший вариант, точка входа небольшая. И если вдруг кто-то из вас хочет снять сливки, а сейчас именно можно снять сливки по нормальной доказанной цене, обращаемся, я помогу осуществить вашу мечту. Иметь недвижимость. Та, которая приносит именно курортную недвижимость, которая приносит доход. И любой вам риэлтор скажет так, что любая недвижимость законная на Красной Поляне принесет денег гораздо больше, чем в Сочи или Адлере. Потому что на Красной Поляне нет сезонности. Всем добра и пока.